сожалению, картина, которую мы наблюдаем, и вряд ли это будет сюрпризом, удручающая во всем мире. Права человека оказались под угрозой везде. Более того, под угрозой оказались не только права, но и те институты и механизмы, которые призваны их защищать. Во многих странах и во всех регионах под давлением и под прямой угрозой оказались основополагающие свободы. Право на свободу слова, собраний, ассоциаций. Я расскажу о глобальных тенденциях и подробнее о регионе Европы и Центральной Азии. Год начался активными боевыми действиями на востоке Украины, а закончился активными боевыми действиями на востоке Турции. В Украине обе стороны предпринимали атаки на гражданские объекты, и, к сожалению, это привело к гражданским жертвам. Мы также публиковали по каждой ситуации, в том числе по Украине, в скрытых нами фактах пыток в плену обеими сторонами, а также свидетельства преднамеренных убийств пленников со стороны сепаратистских сил. Перспективы расследования таких преступлений, как в украинском конфликте, так и в других, всегда туманны. В Украине позитивным шагом было то, что страна приняла решение признать юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении этой ситуации, но, к сожалению, было также принято решение о переходном периоде, о том, что ратифицировать Римский устав не стоит, пока не закончится конфликт, и это удручает. Аналогичные ситуации, аналогичный подход мы видим в других ситуациях. В той же Турции мы с беспокойством говорим о том, что полицейская операция, по сути, на юго-востоке Турции является военной. Происходит она в условиях круглосуточного комендантского часа, когда неделями люди не могут покинуть дома или таким образом лишены доступа медуслугам, к питанию. Это создает гуманитарную катастрофу. И эта ситуация, к сожалению, типична и вне нашего региона. В странах Западной Европы год также был очень турбулентным. Начало было ознаменовано атаками вооруженных групп против гражданских лиц в Париже. Журнал «Шарли Эбдо», еврейский супермаркет, закончился он, опять же, атаками против гражданских лиц в Париже в ноябре. Итогом развивающихся кризисов во всем мире стало то, что более 60 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, стали внутри перемещенными лицами или беженцами за рубежом. Более 30 стран прибегали к высылке беженцев, то есть людей, нуждающихся в международной защите, в те страны, где им угрожала опасность, в прямое нарушение своих международных обязательств. В 18 странах мы зафиксировали военные преступления. В 34 атаки вооруженных групп против гражданских лиц. Две трети стран тем или иным образом нарушали право на свободу выражения. Ухудшилась ситуация тех, кто поставил своей ролью защиту прав человека, правозащитников. Как минимум 156 наших коллег во всем мире ушли из жизни, или были убиты, или умерли в заключении. В 57 странах мы заявляем о наличии узников совести, то есть людей, которые лишены свободы не в связи с совершенным правонарушением, неким преступлением, а лишенными свободы за свои убеждения и за их публичное выражение. Как минимум 98 стран прибегали к пыткам. Половина стран проводили судебные заседания без соблюдения требований справедливого судебного разбирательства. И за всеми этими цифрами стоят страдания миллионов людей. Одна лишь Сирия – это пример того, сколь чудовищной для миллионов людей оказалась ситуация конфликта и его последствий. Более половины населения страны вынуждены были покинуть свои дома в ответ на преступления правительственных сил, вооруженных групп, ударов иностранных держав. Жертвы оцениваются в 250 тысяч человек. 7 миллионов 600 тысяч – это внутренние перемещенные лица. И еще 4 миллиона 600 тысяч – это те сирийцы, которые ищут защиты за рубежом. При этом инициативы, которые могли стать действенными и предлагались для решения сирийского кризиса, не могли преодолеть вето постоянных членов Совета Безопасности ООН, и этот орган соответствующих решений не принимал. Независимая международная комиссия по расследованию в отношении Сирийской Арабской Республики, орган, созданный Советом по правам человека ООН в 2011 году, продолжала свою работу, но только из-за рубежа, поскольку власти Сирии не позволяли представителям этой структуры попасть в Сирию. Удары коалиции под предводительством США, начавшиеся в сентябре 2014 года, привели к, в том числе, многочисленным гражданским жертвам. И сотни гражданских жертв стали итогом
военных ударов Российской Федерации, начавшихся в октябре 2015 года. Поток сирийских беженцев в Европу стал лишь одной из составляющих огромного потока беженцев. Лидеры ЕС проводили неоднократные саммиты, но целью их было в итоге не принятие действенных мер по защите людей, не нуждающихся в защите, а поиск средств, как способов ограничить приток беженцев или найти более быстрые пути для их возвращения в страны, откуда они прибыли. Не были созданы эффективные и безопасные пути для доступа в Европу тех, кто нуждается в защите. А большое количество усилий было потрачено на то, чтобы прийти к договоренностям с третьими странами, с тем, чтобы беженцы оставались на их территории. Пример тут Турция. Это страна, где в течение прошлого года наблюдались очень серьезные нарушения прав человека, о которых обычно со стороны Европейского Союза звучала бы очень жесткая критика. В условиях, когда для Евросоюза была важна договоренность Турции относительно беженцев, эта критика была весьма слабой, иногда отсутствовала вовсе. Как я говорил, год этот запомнится нам тем атакой против мирных жителей Парижа, в начале унесшей 17 жизней и в ноябре унесших 130. К сожалению, ответом на такие меры, не только во Франции, были меры, которые во многом шли вразрез с обязательствами в области прав человека. Направлялись они на то, чтобы ограничить возможность передвижения людей, увеличить полномочия полицейских служб и спецслужб. Особо активно развивалась тема увеличения слежки в отношении переписки без достаточного судебного контроля. Мы наблюдали попытки демонтировать, финансово обескровить или обесценить сами механизмы защиты прав человека. То есть эти механизмы оказались под угрозой. В их числе организации системы ООН, Международный уголовный суд, Агентство ООН по беженцам, ОВКБ, Совет Европы, Европейский суд по правам человека и многие другие. Ближе к дому. Все новые волны давления на права человека и на тех, кто их защищает, наблюдались в нашем регионе. Глядя на соседние страны, далеко вперед в этом отношении шагнул Азербайджан. По нашим оценкам, как минимум 18 человек в Азербайджане остаются узниками совести. То есть те люди, против которых уголовные дела были сфабрикованы, и оказались они за решеткой лишь в связи с своей критикой правительства. Вызывает беспокойство действия других стран. В Кыргызстане пытались принять свой собственный закон об НКО иностранных агентах. В итоге его не приняли, отозвали на консультации, но он предварительно был одобрен в парламенте и может вернуться туда в любой момент. То же самое касалось закона о так называемой пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Причем Кыргызстан шагнул здесь дальше и предложил сразу ввести уголовную ответственность. Рассматривал возможность принятия закона об иностранных агентах и Казахстан, но в итоге пошел другим путем, приняв решение о том, что будет создан централизованный правительственный орган, который будет рассматривать и перераспределять поступающие финансирование для НКО, в том числе из-за рубежа. В Казахстане был принят ряд новых законодательных документов, включая новый уголовный кодекс. К сожалению, туда перекочевала статья, например, о разжигании социальной розни, причем по ней уже имеют место первые осужденные. У нас всегда есть соблазн увидеть какие-то позитивные примеры. В частности, в Украине мы отмечали то, что закон, на необходимости принятия которого долгие годы настаивали правозащитники, настаивали международные партнеры Украины, в итоге был принят закон, который законодательно запретил дискриминацию в отношении представителей ЛГБТ. Этот запрет стал законодательным. Там же было принято, в Украине было создано Бюро государственных расследований. Это тот орган, который потенциально может стать важным шагом на пути искоренения пыток и искоренения безнаказанности среди сотрудников правоохранительных органов за недопустимые действия в отношении людей. Однако многое зависит от его применения. При этом, с большим сожалением, в той же Украине мы наблюдаем и негативные тенденции. Фоном к этим шагам было то, что все опаснее становится для журналистов отражать точку зрения, которая рассматривается как пророссийская. Вызывает беспокойство и законы о декоммунизации, так называемый закон, пакет законов, который запретил использование нацистских и коммунистических символов. Украина пытается покончить с советским прошлым, действуя советскими методами. Не самая радужная картина складывается в регионе.
к сожалению, то же самое приходится сказать России. Приходится из года в год отмечать то, что все идет по линии, скользящей вниз. В своей статье о Российской Федерации Amnesty International говорит о том, что права, такие права, как свобода выражения мнений, свобода собраний, свобода объединений нарушались в стране систематически. Понятно, что мы не можем охватить абсолютно все, силы наши ограничены, но то, что отмечено в нашем докладе, привлекло наше внимание как такое институционное явление, как яркая метка того, что происходит с правами человека в Российской Федерации. Кроме перечисленного, мы говорим также о нарушении прав человека в отношении активистов ЛГБТ. Мы упоминаем об изъянах российской системы правосудия. Понятие «справедливый суд» остается только теоретическим в России. И это является предметом нашей глубокой озабоченности. Как уже упоминал Денис, проблема беженцев, она встала во весь рост для властей многих стран, для стран Западной Европы. И, естественно, это также и проблема для Российской Федерации. Проблема глобальная, наша страна не выключена из этой проблемы. Если говорить о свободе средств массовой информации, то свобода по-прежнему сурово ограничивалась, и зачастую это приводило даже к самоцензуре. Число средств массовой информации, которые можно назвать независимыми, чрезвычайно мало. Власти прилагали также все усилия для того, чтобы пространство интернета можно было контролировать как можно эффективнее. По сообщениям Роскомнадзора, мы говорим о том, что интернет-провайдеры блокировали тысячи сайтов и тысячи страниц в всемирной паутине. Помимо давления на средства массовой информации, мы отмечаем ограничения на право на свободу мирных собраний. И заметно, что акции протеста за прошлый год, их было практически мало, очень мало, и впервые было в прошлом году опробовано такое новшество, когда за многократное нарушение закона о митингах человек по уголовной уже статье отправлялся за решетку. Происходило дальнейшее удушение свободы объединений. Всем известен преснопамятный закон об иностранных агентах. К нему добавился в мае прошлого года еще один закон, который касался так называемых нежелательных организаций, причем в отличие от законов нормального толка, этот закон говорил, что Генеральная прокуратура фактически наделяется бессудным правом приклеивать ярлык нежелательной организации к тому или иному иностранному фонду, в том случае, если его деятельность представляет опасность для конституционного строя в Российской Федерации. На сегодняшний день известно, что 4 фонда внесены в список нежелательных. Все они, как один, являются фондами из Соединенных Штатов Америки. Система правосудия. Я говорил о том, что мы отмечаем неэффективность и тот факт, что она находится в плачевном состоянии. Мы говорим о том, что отмечается несоблюдение принципа равноправия сторон. Применение пыток – это то, о чем говорят правозащитники, и то, о чем мы узнаем от адвокатов, от юристов. Мы отмечаем в последнее время такую интересную тенденцию, как участие секретных свидетелей и использование секретных доказательств. Защита таким образом оказывается не в состоянии оспорить, потому что зачастую адвокаты, защита получают материалы буквально за несколько минут до того, когда начинается судебное слушание. Также нам известно о частых отказах пользоваться услугами адвоката по собственному выбору. Упоминались неоднократно права беженцев, и мы отмечаем в Российской Федерации факты принудительного возвращения людей в Узбекистан и в другие страны Центральной Азии, где они могут быть легко подвергнуты пыткам, невзирая на всякие заверения, которые могут прозвучать из уст дипломатов этих стран Средней Азии. Вот такие устрашающие картины рисовались нам в прошлом году. Это отмечено в нашем докладе. Я позволю себе дополнить, что пример организации «Союз женщин и Дона» лишь один из многих. И, к сожалению, вот даже в том списке официальном,
организаций, выполняющих функции иностранного агента, видно по многим строкам, какие организации закрылись. И закрылись они не по какой иной причине, чем то, что им был навязан ярлык, с которым они были принципиально не согласны. Кому-то были выписаны те штрафы, которые выписываются, непосильны для организации. Это все есть действия, направленные в том числе на усложнение жизни правозащитных организаций и их закрытие.